Делаю свалку, наверное. Делаю свалку. Да. Да, перевернулась. Наверное. Моська. Маленькая. Вот мы и приехали, друзья. Мой первый заезд на дачу. И давайте небольшой обзор участка, пока еще все не заросло зеленой листвой. Пока что-то видно, покажу вам вообще, что у нас где. Вот калитка. Слева дом. Вот здесь эрга цветет. Дальше сирень, и там еще крыжовник черный. Но здесь как бы сторона северная, поэтому мы здесь редко бываем с этой стороны дома. Вот тут у нас блоки, это для сарая. Лежат, ждут. Вот. Тут три сливы, четыре даже, вот получается, даже нет сколько, да, четыре. Вот с этой стороны три и одна слева. И там еще две вишни.
Тут смородина, тут пока ничего. Мы пока даже не знаем, вот тут что посадить. Тут очень низкая. Мы сажали пион, и он загнил, погиб, в общем, замерз зимой, потому что здесь, ну, как бы низ участка, и здесь всегда талая вода весной. Вот, так что, наверное, сюда будем насыпать еще землю и что-то придумаем, может быть, какие-то растения, которые любят влажность. Вот, тут как бы поле, обычно мы тут всегда сажали картошку или кабачки. Но я думаю, что здесь будет второе парковочное место, потому что здесь уже совершенно некопабельное место, поскольку здесь у нас елка, от нее корни, и земля просто вообще не подлежит какому-то ни было копанию. Уже невозможно ее. Вот, наша машина проветривается, потому что Алиска опять напукала во время поездки. Вот. Тут у нас всякие смородины, вишни, крыжовники, всякое такое. Идем дальше. Так, тут у нас единственное осталось яблоня. Вот. В прошлом году я вам показывала, какие на ней яблоки. Тут вот мои любимые мускарики, тюльпаны, вот этот гортензия начинает листики давать. Ну, в общем, пока еще весна, вот так вот все выглядит. Вот крыльцо, которое мы будем переделывать. И, наверное, вот эту вот обивку домовую, скорее всего, тоже будем переделывать, потому что уже сколько мы ее не пытались отшкурить и покрасить заново, она все равно вот так вот цветет. Поэтому вот тут моя любимая клумба, на которой больше всего сажается цветов. Что тут у нас осталось? Стул тут, как всегда, временно уже второй год стоит. Это самое раскинулось. А, как она называется? Лаванда надо рассаживать. Дальше у нас клубника. Сейчас. Вот, дальше у нас клубника. Но тоже ее будем пересаживать. Я хочу здесь альпийскую горку делать. Вот. И, ну, здесь неудобно сделано. Если видите, вот грядки идут вдоль. Две было грядки, или три даже. Осталось две. Я хочу их убрать. Значит, и сделать здесь такой квадратную альпийскую горку. А там пароход сделать, чтобы сливы собирать можно было удобно. А вот где песок лежит, это вообще убрать и расчистить такую площадку, потому что там у нас и костер мы там, ну как не костер, печку жжем, в печке мусор в старой буржуйке, потому что костры сейчас запрещены. Вот, ну в принципе, что вы все уже видели. Там туалет, беседка, жимолость. Вот с этой стороны чего? Пока только весенние цветы. Вот пионы немножко пошли густенько. Хорошо. Вон лапчатка моя, странно, что еще не цветет. В прошлом году она уже в мае цвела. Вот. Чего тут еще? Вот эти вот желтенькие примулы. Приму вообще много. И желтые, и всякие вот розовые, и вот такая вот, и вон фиолетовая, и вот такая кремовая. Вот, в общем-то, и вон там целая
целая куча примул. Ой, сейчас вам покажу, такой шершень прилетел. Нет, вылетел. Так, вот. Ой, ну тут вот крыжовники зацветают. В принципе, все так это. Яблони вон у нас, видите, упала весной. Ураган был. Вот, все свалилось. Сараюшку скоро надо будет сносить, потому что она тоже вся уже разваливается. Вот. Ну и вот наш второй участок, который ждет и вожделеет, когда же им займутся. Ой, я полна решимости, но чтобы его возделывать, мне кажется, на это нужно еще пару лет. Кстати говоря, сейчас ввели штраф. Если ты на участке ничего не сажаешь и вообще его никак не обрабатываешь, у тебя там бурелом, то 5000 за сотку, по-моему, штраф в год. Ну, за сезон. Так что вот так вот. Вот. Ну и, собственно, мы пришли к нашей террасе, где мы готовим и всякое такое. Вот. Вот, кстати, кто не знает, желтеньким цветет. Это ёшта. Очень вкусненькие ягодки. Вот и домик наш. Такой вот грязненький. Да, надо все это дело. Сил не хватает, а время идет, и годы уходят. Вот, в общем, сейчас у меня перекус. Сейчас где-то час. В 3 обед. Пойду закрою машину, попью чайку и надо начинать работать.